Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Яковлева. Я предлагаю вам порисовать. Сегодня мы с вами продолжим рисовать картинки из ладошек. И для того, чтобы нам нарисовать, нам потребуется листик формата А4, фломастеры и наши ладошки. Ну и, конечно же, фантазия. Рисовать мы сегодня будем очень красивую птичку, которая называется павлин. Но прежде чем начать рисовать, нам нужно подготовить пальчики. Готовы? Ну тогда приступаем. Тили, 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 с юга птицы прилетели. Прилетел к нам скворушка, серенькое перышко, жаворонок, соловей, торопились, кто скорей. Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж. Все вернулись, прилетели, прилетели, вместе сели. Молодцы, ребята! Ну а сейчас приступим к нашей работе. Вот такой павлин у меня получился с помощью фломастеров, ладошки и нашей фантазии. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас нам пора прощаться. Оставайтесь дома, занимайтесь с нами. И до новых встреч!